Ребят, привет-привет всем. Отличная новость у меня для вас. Если вы давно хотели поиграть в GTA 5, не купили ее еще до сих пор, пиратку не скачали до сих пор, то вот время ваше пришло. Epic Games вчера вечером запустила раздачу GTA бесплатного совершенно. Прямо сейчас можно скачать ее. Создается издание GTA 5 Premium Edition. В него входит полный сюжетный режим, GTA онлайн и все ранее выпущенные материалы и обновления. И также получаете еще стартовый набор «Преступная организация». GTA Online бонус в размере $1 миллион, входящий в состав издания Premium Edition в рамках стартового набора «Преступная организация», появится в вашей учетной записи через 7-10 дней после первого запуска GTA Online. Так, чтобы получить GTA 5 на халяву, нужно зарегистрироваться на сайте Epic Games, ссылка в описании будет, настроить двухфакторную аутентификацию. Для этого нужно будет зайти в свою учетную запись, далее выбрать пункт пароля «Безопасность» и далее по инструкции настроить аутентификацию. Для этого надо будет на смартфон или на планшет поставить специальное приложение. После всего проделанного скачиваем инсталлер Epic Games и уже оттуда качаем и устанавливаем саму игру. Размер игры составляет 94 гигабайта. И все, готово, можно играть в лицензионную GTA 5 абсолютно бесплатно и легально. Акция продлится до 21 мая. Так что спешите, ребята, забирайте свою копию. Спасибо всем за внимание. Не забываем ставить лайки, подписываться, колокольчики. Пока-пока. До связи. Я уже качаю.